У него был удивительный год. Майкл Прайс, телохранитель года. Он ваш родственник? Боже, нет. Дариус Кинкейд – киллер, который миллион трупов по всей планете накидал. И как часто у вас этот кошмар? Всего один раз. Но это неплохо. За ночь. Так. Я думаю, вам нужно забыть про работу телохранителя. Показывают компании Lionsgate и Millennium. Я официально в творческом отпуске, и, честно сказать, я не знаю, почему я не взял его раньше. Словно сам мир ждал от меня, когда я решусь на это. Впервые я стал представлять жизнь без работы телохранителем. Это словно новое начало... Давай уже, пошли! Я тебя знаю? У них мой муж. Убить их. Мы должны его вытащить. Нет, я не могу. У меня официальный запрет от психотерапевта. Этим летом. Я обещал психотерапевту никакой работы телохранителем. Это значит ни пушек, ни убийств, ни крови. А что он здесь делает? Это перцовый баллончик? Я в творческом отпуске. Пришло время сделать это. Сколько раз? Из-за тебя меня чуть не убили. Недостаточно. Еще. Один. Мы ребенка пытаемся завести. Какого раз? Да, из меня выйдет отличная мать, не думаешь? О, господи, ребенку так повезет, что ты будешь его носить. Телохранитель жены киллера. Расскажите все, что знаете. Мы вам не расскажем? Ни хрена. Ну а я, напротив, вам вообще все расскажу. Скоро на ВХС. Становись спонсором прямо сейчас. Некоторые уже поддерживают ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я тоже поддерживаю ВХСника. Они поддерживают ВХСника. А ты? Вступай в ряды спонсоров и помоги выжить каналу. Спонсорство – гарантия получения контента.